И всем привет, ребят, с вами Стерманик, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас замечательный хэллоуинский ивент, который уже полноценно стартовал. Я уже выполнил все задания, которые у нас были ежедневные, за которые даются конфеты. Сегодня сыграем одну каточку в новом DM-режиме, в котором тоже можно поймать конфеты, возможно, что-то поймаем. Ну и под конец данного замечательного видеоролика пройдем на шаг вроде, или на сколько там мне хватит, в новом уже хэллоуинском полноценном ивенте. Главное, чтобы все работало, чтобы все эти ходы засчитывались. У нас полноценно в этом ивенте можно пройти только на полтора хода, да. Если раньше можно было два хода, еще там чуть-чуть оставалось, то сейчас только полтора хода. Ну и для интереса, у нас в игре появились спецпредложения. И давайте сделаем на этом видосе такую цель. Вы видите, есть комплектик спецпредложения за 2000. 10 коинбоксов, 20 конфет, 15 ультраконтейнеров. За каждую соточку лайков, которая наберется на этом видеоролике, я буду открывать по одному спецпаку. То есть, если на момент завтрашнего дня, завтрашнего утра, будет у нас, например, 200 лайков на этом видосе, то я суетну завтра, ну, как только выполню, например, задание, я планирую, наверное, каждый день делать эти ходы и записывать видосы, если ничего не поменяется. Я куплю, если 200 лайков у нас завтра наберется, куплю два спецпредложения, ну и посмотрим, сколько вообще надо будет этих замечательных конфет, чтобы пройти хотя бы одну планету. Поэтому цель есть, каждая соточка плюс один спецпак у меня вообще на целых 6 штук хватает, да. Поэтому если у нас лайки безумные будут набираться, мы все эти там коины потратим на эти спецпредложения. Все, у нас на голосе есть Артемочка. Артемочка тоже может поздороваться. Я с него в группу уже зашел. А он мне рассказал, что здесь супер-мега-крутая дикая Зида нагибает на спецрежиме. Я не запикивался еще на плато. Меня запикивал только на дефолтный Хэллоуин. Поэтому посмотрим, что сейчас нам дропнет. В группе можно играть в этом режиме. Да-да. Поэтому посмотрим, что у нас здесь получится. Будет ли вообще... Что? Ты уверен, что можно покупать спецпредложения? Конечно. Я думаю, что да. Наверное. Я не думаю, что они сделали одноразовыми их. Если они сделали одноразовыми, то, скорее всего, там не хватает. Ну, на НЛО же были бесконечные. Правильно? Я думаю, что и тут бесконечно. Ну, мы это все дело проверим. Если вдруг не бесконечно. Можно будет проверить. Ну, я думаю, что там можно будет. В группе что-то как-то долго пикает. Соло бы уже давно запикало. Так мало боев, что ли? О, у меня еще, короче, дней према 3 шестерочки. Завтра заканчивается. Нормал данс. Крутой. А сколько у тебя? 361. О, ну нифига, у тебя так много. Ну, у меня завтра закончится, а у тебя еще 360. Офигеть. А в таки спорте тоже что-то есть? Нет. Нету? Нет. У меня там еще полгода. Пост. Так, ну что, нас сегодня закинет вообще? Или это обман какой-то? А? Че за прикол? Или нас не кидает? Постоянно в новые карты кидает. Ты в группе уже пробовал катать? Ну да. И что, кидала? Кидала. Сколько этих конфет поймал? Оказывается, за танку забрать. У меня 19. 19? А дают сколько там? 12 за танки? Да, это 7 конфет поймал, нифига себе, жестко. Ну что, нас сегодня кинет? Че за прикол? Когда закинет, тогда включимся. Это облом какой-то, я не знаю, что за уроп. 40 лет ждать? Что у нас? Что с матчмейкингом? О, есть. Катки 15-минутные. Сколько киллов давал максимум, Тём? Ты не играл на килл. Я попробовал там на страйкере. Один боёчек сыграл. О, голд. Я на этой, кстати, карте не играл. Это вторая хэллоуинская. На тентре летит. Посмотрим, что у нас вообще получится. Здесь. Что мы поймаем? Обычная тыква летит. По сути, наверное, за обычными тыквами особо желания нету гонять. Но у меня страйкер сводится. Слагало. Берешь? Нет. Русская изба какая-то взяла. Ты сводил. Хавай меня, схавай. У тяжеления это возьми. Держу кусь. Блин, там, короче, на краю летит. И в центре. Тяжеление, да? Да.
Не, я просто не шарю. Типа, ты мне это подсказывай. Ну, лучше утяжение, конечно, толкать. Что там летит? Обычка? Ну, бесит, значит. Первый. Обычная тыква. Так там уже это вторая, если что. А, ну это вторая. Давай, 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 толкай, толкай. А чё не толкает? У них тоже утяжеление? Ну, у одного-то. Ну, это явно был не тот, который с утяжелением. Ну, да, что да, мне да. Не толкнул вообще. Так, как будто у меня корпус даже, ну, никакой. Просто никакой. Не поел сегодня. Ну сколько голдов примерно падает за катку? Много? Тут 40 падает? Когда там не было 7 минут, где-то 8. На плато мы катали вообще голдов не было. Да, на плато я бы хотел бы сыграть. Мне кажется, что надо будет перепикивать и играть только плато. Эти на, карты. На плато там хопперы сверху в гараже сидят и выпрыгивают с самого верху. А-а-а. Увидишь. Контент. И типа там очень сложно взять? Ну они сверху забирают, типа, ты ничего не сделаешь. Ну ясно. Особо их не убьешь. А если самому взять хоппер? Или это скучно? Не знаю, не интересно. Ясно. Пока. Ну ладно. Потом посмотрим, потестируем. Но это уже будет не на этом замечательном видосе. Так, где голды? Прошло 2 минуты. Пало всего лишь 3 или 4 обычных. Тыквы. Чему тут стоит на стенке. Курит. Фига. Страйкер с восьмеркой. О боже. Зачем он играет с восьмиступеночкой? Чтоб 100% убить. Ну и что? Но он убьет, он никогда в жизни свой голд не возьмет. Не знаю. Потому что он его убьет, окей, убьет. Ну и что дальше? Голд он все равно не возьмет. Визита вроде неплохо работает. Ну, хочет на киллы играть, чтобы по точке сводиться и там всех убивать. Ну посмотрим. Получится у него вообще что-то. На точке. Здесь еще на боках, да, падает? На четырех боках здесь падает на этой карте. Вроде на этой карте на четырех боках падает. Да, мне кажется, что на этой карте на четырех боках падало. Ну я только на этих домах видел, на другой карте. Так, хочешь? Центр падает. Не-не-не, здесь на четырех боках падает. Ну да, но я еще не видел. Я точно помню. Не падает. Так, мне сводится опять суета какая-то. Все в центре почти что. Контейнер. Блин, я успеваю. Блин, я застрял. Меня страйкер чпукает уже. Блин, мне тоже сводится. Надо было ехать. О, я взял! Изи котка, а как я взял? Офигеть. Там же тип надо мной был. Это я его типа утяжелением столкнул? Уйтнул? Блин, походу Тёма это... Супер тактику рассказал. Чтоб я... Ну, давай видос желательно посетите. Да-да. А будет только это 3 дня, да, и все, а потом эти сладости больше ниоткуда нельзя будет выбивать. Или они, как обычные голды, тоже будут падать в обычных боях? Да, не знаю. Есть такая инфа? Они все равно не падают, голды почти в обычных боях. Ну, сейчас посмотрим. Я хоть одну конфету хочу увидеть, я просто еще ни одной конфеты не видел. Стаки. Давай, может, сейчас конфету? Не, тыква. А как она выглядит вообще? Конфеты летящие? Ну, там ящик, как золотой ящик, ну только там конфетка нарисована. Ну, тип сводится. Беленький. А-а-а, хорошо, Тёма, ты меня почти схавал. Я тебя даже не трогал. Не трогал? Нет. Просто со стороны показалось, что ты меня суетил. Так, ну, одну коктейнерную тему я взял, плюс еще взял пищу. Осталось только взять конфету. Одну конфетку взять будет супер. Блин, у меня хп нету, надо делитнуть по-быстрому. Точка на центре, одна вижу. Вторая. Тоже центр. Да, сбоку. Первый голд сбоку. Пролетит. Уже стаки. Обычка. И вторая тоже обычка. На что летишь? На первый, на второй? А меня убьют. Нет. Ладно, я лечу сюда. Свечу. О, изи взял. Походу даже аптеку не успел прожать. Ну, нормально, Тём, ты посоветовал жесткую тему, кстати. С утяжелением жесткая тема. Там вообще выталкиваются типы на изи. Без утяжеления так не работало бы, 100%. У меня бы не получилось бы ничего, скорее всего. А так нормально, залетает контент. Так, ну что, по киллам 15 киллов. Ну, на киллы мы особо не играем, конечно. Нам было бы неплохо поймать пару конфет. Ну так, чисто. Чтобы хотя бы посмотреть. Чтобы посмотреть вообще, что тут падает. Ну и хотя бы надо будет... Попробую сегодня сыграть одну платошечку.
Хотя бы посмотри, что там происходит. И типа, ты хочешь сказать, на каждой платошке есть хопперы, которые стоят сверху, да? Да, я играл с утра, блядь. Может, сейчас не будет? Может быть. Надо будет проверить. Посмотрим. Если не будет, будет круто. Так, давай. Изида хавает просто жестко. Очень жестко. И вот здесь бывают моменты на голдах, где не хватает чуточку тебе хп. И вот как раз таки за счет этого замечательного эффекта Изиды с вампиризмом, которая дает себе самохил, моменты могут выигрываться в вашу пользу. Я уже 20 киллов суетнул. Там просто много фризов, например, на пробитие. И такой все равно накидывает на плот. Ну-ну-ну. Ну, посмотрим. Так, где голды? Что с голдами? Падали и перестали. Что за бред? М? Где голды? Я сейчас в минус упаду. Ну нафиг ты меня подсадил. Тавай, 0 хп. Убей, так меня тоже мало. У меня еще 0. Еще и расходки нет. Так, ну что? Что-то как-то по ощущениям пока что падает очень мало. Я планировал, что будет больше намного голдов. Ну, вот так и было. Маловато что-то пока что падает. И ни одной конфеты вообще нет. Иди схавать. Пойду кильнусь лучше. Уж это конфета. Я чувствую. Ну или контейнер. Подхилюсь от пчела. Опа. Или я пошутил. Да, сейчас узнаем. Я уже стакер помещу. О, контейнер. Артемочка, успеваешь? Да я тут. Блин, я не успеваю, походу. Меня тут чпокают. Меня сейчас пробитие дадут, и меня чпокают. Ох, чел на 0 хп забрал, блин. Стайкер мне дает с вами пробить. Мой друг. Ты его знаешь? Нет. Я думал, твой кореш. Кореш. Так, ладно, 7 минут осталось. 7 минут. Один контейнер мы уже просрали. Один я взял. Осталось что-то еще взять. Если что-то возьмем, будет супер. Здесь best map ever, чел пишет. Сколько у него киллов? Он best map пишет. 12 киллов. Фигасе у него. Best map сразу появляется. Красивый. Так, вот этого попробуем схавать. По-быстрому. Раз у него best map, надо его сразу унести. 7 минуточек осталось. Ну вот, я... лучше были бы бои по 7 минут, если честно. Вот что толку, что 15-минутный бой, в котором ничего не падает. Лучше бы уж по 7 минут были, и там каточки быстро бы завершались. Так. Ну, и искала по 2 минуты. Бэ, у меня нет аптеки. Обычная тыква, вот это пофиг. Это пофиг. Тебе обычная тыква, то пофиг. Бэ, чё у меня сводится? Нафиг ты сводишься? Ой, боже, у меня пробитие. Ага. Вот это твой друг, дай его подчистить первый. Позор, Тём, позор. Конечно, первый. Позор. Мы с Тёмой до катки, короче. До начала видоса говорили, что он будет забирать все голды, по итогу я забрал. Три он взял только первый. Вот так вот всегда и бывает. Когда ты думаешь, что у тебя будут хорошие тайминги на ловлю, то у тебя просто эти тайминги куда-то улетают, и все. Я Белла. И тебя просто начинают респить. Блин, ну у меня пол хп. Такой си. Ладно, не буду делиться, попробуем. Сейчас кого-нибудь нахаваю. О, нормально. О, конфетка летит. Конфеточка? О, первая конфетка. У меня ДАшка сейчас КД будет. Блин, мне освоится тип. О, все, побей Габелла. О, иди каточка плюс конфетка. Сюда конфетку. Сюда. Но тебя слили. О, еще одна конфета. У меня чпукнули. Бой, конфеты полетели? О, давай. А, я думал там зареспит типов. О, давай подсадку. Уже нет. Ну давай, подсадить. А, не успеешь. Я? Ну, мог подсадиться. Ладно, ты еще обычно. Вообще можно было бы подсадиться. Я все поехал. Ладно, пойду заберу так. Забирай. Ну, я точно не возьму. У меня аптеки нет. А может хаваю? Не хаваю. Да не, на обычную пищу нет такого интереса ехать. Так, а сколько мне надо конфет поймать, чтобы мне на 2 хода хватило? Там дают 12. 4. Ой, так это 6 штук надо. 4 говорит. А сколько? А, 16, да? Не, Тём, 7 на 5, 45. Ну так, алло. 7 на 5, 45. Так у тебя 12, а надо 16. А, да? 7 на 5, 45. Ну ты... Да. Ну все как всегда, Тём. Тут 6 на 6, 32. 2.
Так, ладно. Каунт, по мне, каус. О-о-о-о-о-о-о! Контейнер. Хавай, типа хавай. Хавай. Хавай, еще его. Не-не-не-не. Изи сюда. Второй контейнер. Сюда. Изи каточка легкая. Не почувствовал. Вырубай. Вырубай, говорит. ХП много. Ну это к тебе же не везет. Я же не виноват. Найс, на видос два контейнера уже поймал. Вот это контентовая тема. Всегда так везло. Вот это везло. Завезло бы, так всегда мы. Так. Че, и киллов нормальное количество? Не? 103. 36 киллов уже дал. Ну так а что, тут дронов нет и насоски. Вообще нет. Супер. Даже больше. Короче, тактика бомбическая. Если вы не знаете, на чем играть, на голдах, узнавайте всегда у Артемки. Артемка вам расскажет, на чем надо катать. Да. А Хайта знает, на чем надо это катать. Блин, меня схавали. Лови тысячу, Тём, давай, у тебя есть шанс. Ловлю. Давай, Тёмочка, давай, тысячу. Опять. Ну, тысячу. Снова. Ну нет. Ну наконец-то. Так, может сейчас конфетка будет? Конфеточку. Жду конфетку. О. А, тысяча обычно. Он вообще дадикут. Ну это мой, я уже чувствую. Я уже чувствую, он не твой. Да? Да, уже вот тебя убивают, чпокают. Блин, унесли. Давай. Потолкнул. Унесли типа на изиде жестко. Это что-то типочек уже на своем 8 ступенке не сводится особо, не успевает свестись, не работает его тема контентовая. 38 киллов, ну еще 2 делиты, конечно, но ничего страшного, будем считать 38. Так, вот это я схаваю. Мои типы уже берут резы от Изиды. О, представляешь, сколько будет резистов от Изиды ближе к вечеру? Придется играть на фрезе, Артемка. Страйкер на пробитие возьму, буду чпукать. Да, не, страйкер фигня. Давай, бей. Гаус, который расходку отличает, нормальную тему, нет? Мне кажется, им можно нормально дать. На пробитие один, и все остальные без устройства. Мы можем вообще четвером группу бахнуть. Гаус, страйкер, фриз. И еще что-нибудь. И все. Ну, молот, оглушение, берешь 150. И без шансов. И все голды забираете просто. Контейнер. 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 На меня сводится. Тебя чпокает, это хорошо. Ох, ты боже. Давай, забираешь? Хорош, легкий. Давай. Просто легкий. 2-1 получается, Артем. У тебя 1.5 минуты, чтобы сравнять счет. А что ты взял? Я 2 конта взял. Жесткий. Я взял сначала катки, и потом еще один. Не, нормально. Мне еще 500 контейнеров надо поймать за 3 дня, и все. И у меня будет 1000. Неплохо ты придумал. Найс придумал. Гений. Топчик. Ну, за минуту. А здесь типа за 30 секунд, как и на всех катках, да, уже не падают голды? Да, можно выходить. О, я ливаю тогда. Ну, еще есть шанс. И секунду 20 есть. Может, что-то упадет. Что-то. Давай. Хавай. Хорошо. Лопсикон. Нормально нику, типа. Давай. Вот этого еще унести. Будет супер. 37 секунд. 35 секунд. Все, не будет голдов. Ну нормально, Артём. Получается, тебя по голдам выиграл. Ты говорил, что ты изи поймаешь все голды. Еще и конфетку взял нормальную, контентовую. Ладно, все, ребят. Если что, это был первый и последний видос, когда я поймал больше голдов, чем Артем. В следующий раз он будет ловить все с этой карты. Обидно, конечно. Хорошая карта, хорошо падает. В принципе, нормально. Идея неплохая, что добавили конфеты тоже, которые для этого ивента нужны. Ну и сама хэллоуинская карта, она тоже очень и очень достойная. Так, ну а мы вместе с вами сейчас быстренько забираем конфеты. Катки не выходят. Так, забираем конфеты. Оно сразу обновится? О, у меня 3 пятерки контейнеров, нифига себе. 3 шестерки према и 3 пятерки контейнеров. Это знак, получается. Так. Сразу обновляется, чем, не знаешь? Да, я забирал. Так. А с недельных не дают, да, конфеты?
Вот если бы с недельных бы еще бы конфеточки давали, было бы норм. Так, с контейнеров забираем сюда приз. Так, и что у нас здесь? Обновляем страницу. Загрузка. Да, 13 конфет у меня прибавилось. Мне хватает только на один шаг. На один шаг. Так, где мой экранчик? А, вот он. Все, каску получил. Сход. Так. Еще что-то. Получил. Вот она, друзья мои хорошие. Так. Запуск. Запуск. Вам не видно, как я делаю запуск, но запуск здесь слева. Леденцов будет затрачена восьмерочка. Даем. 500. Опа, кубик какой-то упал. Что за кубик? Плюс один кубик. Отличная работа, движемся только вперед. Оу, сюда, добравшись до острова, нам удалось отыскать сокровище. Сладкая гадость. Подтвердить. Это мне типа краску дали за первый шаг? Ну да. Оу, ребят, получил краску. Поздравьте меня. Короче, вот такая вот суета. Я так понимаю, что здесь, когда полный круг проходишь, здесь появляется дополнительный мостик. И по этому дополнительному мостику вы идете еще один круг, потом дополнительный мостик, еще один круг. И потом вы здесь доходите до вас по жижечке. Красивой госпожиге Legacy. Поэтому, друзья, на этом мы будем заканчивать. Поддержите видос лайком. Как я уже и сказал, каждая соточка замечательных лайков на этом видосе. Это один спецпак. Очень сильно надеюсь на то, что они бесконечно их можно покупать. Один спецпак. Вот этот вот. Замечательный. С 20 конфетами. Поэтому надеюсь, наберем хорошее количество, откроем спецпаки, откроем, получим конфеты, ну и посмотрим, насколько далеко я смогу дойти в этом ивенте. Если дойду до второй планеты, уже получу кризис, поэтому стимул есть. Как-то так. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, на какой вы уже планете. Может, есть те, кто там уже задонил кучу конфет и уже дошел до вас по жижечке. Димоник. Поэтому пишите, будет тоже интересно все это дело почитать. У меня, друзья, на этом все. С вами был мистер Вайк, Артемыч. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.